Касым-Жомарт Токаев посетил Национальный научный центр материнства и детства в Астане. Он поздравил маленьких пациентов клиники с Новым годом, подарил подарки и пожелал скорейшего выздоровления. Глава государства также ознакомился с работой смарт-класса, который позволяет детям, находящимся на лечении, не отставать от школьной программы. В Центре материнства и детства получают лечение дети из разных уголков страны. Сейчас там находится 351 ребенок. Всего за год лечение получили порядка 18 тысяч детей. Пусть мечты и все желания исполняются всегда. Всегда. Молодец. Хорошо.